Итак, теперь поподробнее о наших кремах. Посмотрите, как их поставила парно. Значит, это мягкий мак, розовая вода, цитрусовый лимон и масло ши. Эти два набора направлены на долгое увлажнение, а эти два набора направлены для того, чтобы сохранить молодость нашим рукам. И розовая вода и мягкий мак, они направлены на увлажнение, на успокаивающий эффект нашим рукам, осветляет, плюс еще у них не липкая текстура и, соответственно, помогает нашим рукам сохранить молодость. Успокаивающий эффект он имеет за счет алоэ вера и экстракта портулака огородного. И увлажняет он за счет смеси розовой воды, экстракта семян мака и масла орегано. Насыщает кожу рук влагой. Давайте посмотрим, как они у нас выглядят. Это у нас была розовая вода, а это у нас мягкий мак. Все они разные у нас по текстуре и по запаху. Обратите внимание на носик. Ваш крем никогда не выльется, никогда не растечется в машине при жаркой погоде, при холодной. Он у вас очень плотно закрывается, и вы можете быть уверены, что с ней он у вас никуда не прольется. Очень красивая эргономичная упаковка, очень приятно ее держать в руках. Итак, мы с вами разобрали, что эти два крема у нас направлены на то, чтобы сохранить молодость нашим рукам, а эти два крема у нас направлены на то, чтобы максимально долго, на максимальное и долгое увлажнение нашим рукам. Значит, еще раз, он нам укрепляет, также имеет расслабляющий эффект рукам, увлажняет за счет, этот крем за счет масла ши, этот крем за счет экстракта лимона и витамина С. И также оба крема не имеют липкой текстуры. Очень быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на коже. Масло ши. Обратите внимание, по текстуре они разные. Два крема, которые направлены на долгое увлажнение, они уже у нас белого цвета. А крема, которые направлены на то, чтобы сохранить нашу кожу молодыми, они такие полупрозрачные. И очень приятный запах. Пожалуйста, пишите, если есть вопросы.